Нападение в жанре фильма ужасов. В швейцарском городе Шафхаузен мужчина вошел в офисное здание и набросился на присутствующих с бензопилой. Травмировал 5 и скрылся с места преступления. Полиция перекрыла исторический центр города, людей эвакуировали. Всех пострадавших отправили в больницу, у 2 тяжелое ранение. Личность злоумышленника установили, его поиски продолжаются. Полиция уверяет, это нападение не было терактом. Из того, что мы знаем, он действовал в одиночку. Известны ли его мотивы? Пока ничего не могу ответить.